Прабхупада ки джай, Ананта кути вайшнавринда ки джай, Дай Гоура Премананды. Харе Кришна. Новый год мы ответили, по-моему, хорошо? У нас по плану сегодня вечер вопросов, ответов? Или как эта тема предлагается сначала? Вопросы-ответы? Значит, должны быть вопросы. Так, первый вопрос. Говорилось много об экстазе. Его могут испытать преданные даже на начальном уровне в киртане, на проповеди или читая, или слушая лекции, или даже не преданные. Бывали случаи, что на санкиртане, попросив кого-то сказать Хари Кришна, сказав, начинали плакать и быстро уходили от неловкости. Вопрос. Уровень бхавы очень высокий. В чем разница этих эмоций в начале практики и на уровне бхавы? И вообще, что это за уровень, что испытывает преданный на нем? Уровень бхавы интересует. Человек идет и видит там на лужайке цветок. Но нет больше цветов, вот там вот так. Цветок.
И он сразу идет туда. По дороге. Он, конечно, идет куда-то в другое место, но тут цветок. Красивый очень. Надо ближе подойти. Что это такое? Случается ли такая вещь? А почему? Вы шли вообще в другое место, в другой план. Привлекает. Совершенно верно. Это называется бхава. Мы собирались, может быть, ну, какие-то планы были материальные, а тут Хари Кришна. Ну, вы думаете, ну, я по пути иду, посмотрю, что здесь. Вы подходите к цветку. Точно красивый. Запах потрясающий. Откуда? Один такой цветок, кругом лес, только один цветок, и он украшает весь лес. Что за явление такое? Удивительно. При этом работало ваше тело, когда вы шли туда. А душа не работала. Душа хотела счастья. Она увидела цветок. Ей что-то пригрезилось. Не так ли? И началась работа материальной природы. Тело, мышцы, все эти системы, сложнейшие. Просто, чтобы подойти, понюхать цветок, и все. Смотрите, душа бездействовала. Она желала. Но по действию тела можно понять, что там есть душа. То есть руководит этой деятельностью бхава, какое-то настроение, какие-то желания. Также увидеть этот цветок или почувствовать аромат может каждый человек, даже демон, говорит. Просто реагировать будет по-разному. Разве материалисты не понимают, что у нас чистый образ жизни? Понимают. Они не могут привести аргументов против. Они пытались, но все было разбито. Они пытались остановить вегетарианство как что-то вредное здоровью. Они также говорят много о сексе сейчас, что нельзя сдерживать эти желания, это тоже вредно. Они пытаются остановить эту тенденцию интоксикации. Они считают, что нужно в меру употреблять, снимать стрессы. У них есть своя философия. Они противопоставляют. Но, тем не менее, они понимают, что эти принципы правильные, чистые. Как они это понимают? Душой. Объясняют телом. Нет, тела, у тела есть потребности. Конечно, это хорошо, если кто-то это делает. Слов нет. Но как же быть с телом? То есть они выбирают тело, хотя они чувствуют, что это хорошо. Это бхава. И каждый, собственно говоря, знает эту бхаву, что хорошо, что плохо. Если честно, руку на сердце положить, говорится, каждый знает, по сути дела, что хорошо, что плохо. Сердце не обманешь, говорится. Это бхава. Каждый может испытать, если он честный. Или говорит, искренний, то же самое. Честный человек понимает, что у него есть недостатки, что тоже во всем этом материальном развитии тоже полно недостатков, да и вообще эта жизнь временная и бессмысленная. Это честное представление о материальной жизни, пессимистичное. Зачем вдохновлять друг друга на материальную жизнь, которая скоро кончится? Это не очень искренне, не очень честно. Вы сами понимаете, что такого не будет. Желая друг другу что-то, вдохновляя друг друга, все равно вы состаритесь и умрете. Бхава, вы это не чувствуете, когда даете такие пожелания. Вы все равно внутри сомневаетесь в этом. Потому что реальность другая. Каждый знает эту реальность. Итак, вначале, чтобы почувствовать какую-то бхаву, нужно просто быть честным. Книги Прабхупады. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Но Прабхупад сказал, прочитайте, найдите недостатки. Нет недостатков. Значит, будьте честными. Недостатков нет никакого. Со всех точек зрения они обоснованы, не пропитаны добротой и знанием, великим знанием и состраданием. Если быть честным, мы сразу почувствуем экстаз.
Бхава также означает врожденная природа. Кто-то выполняет свой профессиональный долг честно, тоже бхава, он тоже счастлив будет. Атмарама, атмарама, самоудовлетворенный человек, да, находит удовлетворение в себе в самом, это тоже определенная бхава, да. Господь Читания говорит, она также исходит из природы, из исполнения долга, тоже, атмарама, мы становимся удовлетворенными, если мы честно исполняем свой долг, тоже к этому относится. То есть любой честный человек может испытать некоторое счастье в этом мире, получается. Просто от себя самого, не эксплуатируя, не используя никого в этом мире. Если он честный человек, он и не будет эксплуатировать никого. Но если он не честный человек, из себя он не извлечет счастья. Он будет эксплуатировать волей-неволей, говорится. А как иначе быть счастливым человеком? И чтобы счастливым эксплуатируя кого-то, он будет создавать какие-то философии, что животных нет души, их можно убивать и есть, они вкусные. Но единственный аргумент честный, то, что он вкусный. Но то, что нет души, это уже ложь. Это уже основано на желании съесть его, на желание быть счастливым самого, за счет кого-то. Глупость. Человек думает, что я убью кого-то, съем, буду счастлив. Убив кого-то и съев, я буду счастлив. Хотя бы испытаю эти ощущения на языке. Это глупость, это невежество. Тьма дремучая. Если быть честным, мы можем вещи называть своими именами. Это бхава. Потому что ведь бхава нас убеждает, что он говорит такие вещи, трудно принять, но правильно. Откуда это понятие правильно? У каждого в сердце есть эта бхава, Кришна, душа, сверхдуша. Но человек, достигший духовной бхавы, это другое. Он счастлив своей природой, это так. Он может честно исполнять свои обязанности в сознании Кришны, во всех отношениях. Хорошо. У него нет желания кого-то эксплуатировать. Он может быть хорошо устроен в этом мире тоже. Но счастье он черпает из другого источника. Вы думаете о Кришне. Можете не чувствовать никакого вкуса при этом. Просто пытайтесь думать о Кришне. Вспомнить его форму обычно, традиционно. Вот он с флейтой, украшенный. Так, так, вот Кришна. Ну и что? Где экстаз? Где бхава? Но когда мы начинаем осознавать его качество, размышляя о Кришне, и хотя бы одно качество, единственное, всплывает в нашем уме Кришны, вы испытываете глубокий экстаз. Одно единственное качество. Потом говорим, личность. У него есть качество, есть окружение, есть отношения. Медитировать на Кришну, значит, медитировать на все это одновременно. Одновременно он Верховный Господь, безграничный. Одновременно он Сын Яшоды. Он даже как беспомощный ребенок выглядит. Одновременно то и другое в нем. Мачарья говорит, я не хочу никакого другого благословения, как только думать о нем таким образом. Верховный Господь, убегай из страхи от нам Яшоды. Экстаз, бхава. Вещи несовместимые. Это экстаз. Он принимает любовь Яшоды. Верховный Господь, которому ничего не нужно. Принимает роль его сына, вечного сына. Навсегда. То есть мы думаем о Кришне, его форма, его имя, его качество, его лилы. Из имени рождается все остальное, говорится, все восстанавливается. Во имя можем восстановить эту бхаву в себе, изначальных отношений с Кришной. Также некоторое счастье исходит из самого, из внешнего отречения.
на внешнем уровне, если вы отрекаетесь от материального мира, тоже чувствуете счастье, свободу. Как сохранить настроение сострадания в длительных, требующих большой подготовки, проповеднических проектах? Такие большие длительные проекты, что забываем о сострадании. Ну, например, да, если строится большой храм, то да, там уже там деньги, люди, работа, планы, то есть с жестким... Это как большой самолет взлетает на полосе. Много-много птиц и насекомых гибнет в это время. Что-то вроде этого, такой пример. То есть нужно поднять самолет вверх, большой самолет, нагруженный, так? Большой проект. Ну, конечно, нужно еще его сконструировать, еще испытать, еще там жертвы будут. Какое там сострадание вообще? Запуская воздух, еще мы столько разрушений приносим. Большие проекты, так сказать. Как же быть состраданием? Или как тот вопрос, когда мы едем на фестиваль, на машине мы убиваем насекомых. Тоже сострадание может уйти к насекомым. Большие проповеднические проекты. Неважно, какие большие, длительные проекты, замороженные проекты или какие-то небольшие проекты. Продолжайте воспевать и слушать, чтобы не забыть, кто мы. Мы не те, кто строим храм, или распространяют книги, или дают лекции. Мы совсем не те люди. Нет. Мы пытаемся удовлетворить Кришну. А для этого нужно слушать. Слушать послание о Кришне. Поддерживать в себе этот дух бескорыстного, чистого, любовного, преданного служения. Иначе кто нам простит все эти недостатки больших взлетов? Агам твам сарва папепхио. Кришна говорит, я защищу тебя. Спасу от всех этих невольных ошибок. Если даже ты совершишь очень плохую вещь, невольно репутация твоя останется святого человека. Это такой риск. Кришна говорит, делай так, полагаясь на меня. Арджуна говорит, ну мне придется убить столько людей. Некоторые из них уважаемые люди, которым я должен поклоняться. Ну, Кришна говорит, ты это ради меня делай. В смысле медленно? Твой воинский долг такой. И ты будешь чист, свободен от этой кармы. Это искусство деятельности, описано в Бхагавад-гите. Арджуна не ожесточился сердцем после битвы? Нет. Но не стал жестоким воином после этого, убив множество людей. Он не развил вкус к крови и к насилию. Нет, Кришна защитил его, как обещал. Он остался чистым, святым, преданным. Часто во время проповеднических спектаклей обычные люди плачут и раскаиваются, сопереживая актерам. Можно ли этот сентимент интерпретировать как плач любви Господу? Что такое истинное раскаяние? Ну, да, да, они тоже могут испытать в общении с преданными определенный экстаз, раскаяние, особые эмоции. Это же хорошо, мы так и проповедуем. Люди могут почувствовать сразу с первой же встречи. Каждый проповедник знает, что такие программы бывают. Бывает такая программа, когда все люди просто в экстазе, как преданные. Бывает не очень в экстазе. Бывает вообще бросают чем-нибудь.
Это значит, что доказывает, что у них есть душа. Если достаточно духовной пищи для людей, они умиротворяются. Если недостаточно, они критикуют. И от проповедника требуют полного экстаза. Если он пришли на какого-то проповедника, то уже полный экстаз. Если хоть половина экстаза, уже не тот проповедник. Это душа. Такова душа. Она хочет полного экстаза, полного удовлетворения. Но у нас программа бесплатная в храмах, поэтому нас не очень критикуют. Ну, как получилось, так получилось. Мы не платили за это, нас еще накормили бесплатно, поэтому, ладно, не будем критиковать. Но если мы делаем публичную программу, где зал арендуется, есть плата, то там требуется, чтобы люди были довольны этим, этой программой. Что они материалистичны. Они ожидают этого удовлетворения. Что самое важное в заботе о людях? Как правильно это делать? Благословите, пожалуйста, на это служение. Вот. Хорошее желание, прежде всего, так? Если кто-то об этом думает, он получит квалификацию. Вот. Это хороший момент. Если мы думаем, как улучшить служение, как что-то очень хорошо делать, Кришна научит, Кришна даст это. Если мы стараемся, думаем, вот это принесет нам удачу. Эти искренние усилия улучшить свое служение. В заботе о людях главное внимание и понимание людей. Это главное. Понимание людей. Если вы понимаете людей, чувствуете их, понимаете, они уже чувствуют, что вы заботитесь о них. Уже. Уже они это понимают как заботу. Если вы не понимаете кого-то или не хотите вообще понимать, то человек не будет чувствовать заботу. Каждый герой достигает причитающегося ему предела святости в точном соответствии с вечной природой своей души, именуемой Йогьята. Вот. А Господь именуется как Эдхаманадвит, сокрушитель излишков благочестия, святости. То есть получается, у души как бы есть вот эта вечная сварупа, и там есть предел святости, потому что там дальше пишется, что вот всю Махабхарату Кришна он специально как бы заставил Бишму и Дритараштру совершить причастность как бы к греху, а пандавов наоборот возвысил. Тут как бы вот ключевой момент, что в соответствии с вечной природой своей души. Вот как бы вопрос, как это понимать, что у души как бы есть предел вот этот, насколько она может к Кришне приблизиться? Сварупа. Это не предел, это выбор. Есть вечная форма, в которой душа вечно служит Кришне. Это ее вкус отношений вечный. Не о пределе здесь идет, а о выборе. Предела в этой сварупе нет тоже в отношениях. Это как бы раса. Есть различные расы, они описываются, их иерархия, что есть какая-то раса более насыщенная, более простая раса. Но на абсолютном уровне все же Прабхупада говорит, между ними разницы нет, потому что они все взаимосвязаны. Нельзя сказать, что душа достигла предела и дальше не может больше развиваться. Она достигла своей сварупы, и дальше уже в своей сварупе развивается. Это имеется в виду. Ну, не развивается, опять же. Нет такого понятия, как развитие. Игры. Она вступает в вечные игры. Эти игры очень сложны для понимания. Очень сложные. Все переплетены. Это целая духовная вселенная. Что касается благочестия или грехов, то и другое преданный должен сжечь служение. И благочестивую деятельность сжечь, и греховную деятельность сжечь, что другое. Греховную деятельность сжигает покаянием и служением, благочестивую деятельность сжигает тем, что он наслаждается в этом мире, когда служит Кришне. Если вы счастье испытываете в материальном мире, то вы расходуете запас благочестия.
преданные, они испытывают счастье в служении Кришне в материальном мире, сжигая свое благочестие. И сжигают также и греховную деятельность, покаянием и служением. И не остается кармы ни плохой, ни хорошей. Вы отвечали на вопрос по поводу и приводили пример с самолетом, когда он взлетает, и много живых существ страдает из-за этого. И вы раскрыли ответ, сказали, что Кришна, он лично говорит: я ничего не бойся, я тебя спасу. Но, насколько я понимаю, Кришна это говорит своему преданному, чистому преданному Арджуне в частности. А если себя не считаешь преданным, то как это применить к себе? Слова Кришны. Почему он должен обратить на меня внимание? Нам не предстоит таких сложных обязанностей, как у Арджуны были обязанности. Убить целые войска. Нам не грозит такая участь. Хануман, когда прыгнул на Ланку, он разрушил целую гору, и много живых существ погибло. Также, когда он нес гору с Гималаев, Санживани, он сорвал целую гору тоже. Много разрушений принес в служение Господу. Это Хануман, чистый преданный, скажете. Конечно, мы все нипочем. Ну да, но вы же не можете такие горы поднимать. Но действуйте на своем уровне. Когда у вас есть какое-то уникальное служение, либо какой-то пост такой, ну, социальный, и ты чувствуешь зависть. Как уменьшить эту зависть со стороны? Ну, то есть в твою сторону. Есть пост? Да. Кто-то завидует. Да, кто-то завидует положению, служению вот такому какому-то особенному. Можно яд подсыпать туда? Не будет завистника больше. Так не хочется. Ну, тогда просадом кормить надо. Все завидуют друг другу. Все, абсолютно все. Терпите. Если кто-то злостный завистник, именно открыто уже вредит, компанию против, нужно избегать такого человека вообще. Подальше держаться. Спасибо. Ну, яд — это верное средство. Надо изучить, да? Солерий использовал яд. Это авторитетно по Шекспиру. Арджуна использовал лук и стрелы, когда с Дурьотхана сражался с Шакуни, которые завидовали. Так что война неизбежна, пока есть зависть, войны будут неизбежны. В сознании Кришны не должно быть такой зависти, такого рода зависти. Зависть должна быть под контролем все же. Иначе мы не назовем, что это уже сознание Кришны практикой. Есть как бы, ну, культура определенная, духовная. Изучайте ее, следуйте этой культуре. Не позволяйте зависти нарушать эти границы культуры. Потому что это уже не сознание Кришны, когда нарушаются границы культуры. Как не оскверняться при сборе пожертвований? Как это можно оскверниться при сборе пожертвований? И при общении с материалистами думать о Кришне. Да не в это время думать о Кришне, в это время просто общайтесь с материалистами. Потом идете в храм и думаете о Кришне, снова вспоминаете Кришну. Так вы будете скованы. Разговариваете с человеком, вроде все нормально, и думаете: боже мой, я о Кришне забыл совсем. И все, вы превращаетесь в какую-то недвижимость перед человеком. Общайтесь, выполняйте свой долг по времени, регулируемо. Утром вы должны вспомнить Кришну. Днем этой вакцины хватит, говорится. Даже если вы собираете пожертвования с деньгами, имеете люди с материалистами. Но каждое утро у вас садана бхакти. И постепенно вы пропитываетесь глубже, глубже, глубже. В конце концов, даже в присутствии материалистов вы помните о Кришне. Материалист улыбается, вы думаете, у Кришны также улыбается. Материалист злится, ну, типа: о, Кришна тоже гневается. А Кришна, он вообще, знаете, как гневается?
Они вам напоминают о Кришне тоже. Если вы пропитываетесь этим духом постепенно, глубже и глубже, вы будете тоже видеть это как-то связано с Кришной. Ну, сколько вы можете в день общаться с материалистами, чтобы оставаться в сознании Кришны? Это вы 1.5 минуты можете? Или сразу падаете, сразу? Взглянув только на лицо материалиста, сразу падаете. Сразу бежите в публичный дом или винный магазин, или что-то происходит такое, нет? Это несколько такие надуманные вопросы, непрактичные. То есть тогда как вы будете практиковать кругом материалисты? Когда я был в Армении, там у них воды не было в Ереване. С водой плохо было очень, говорили, это проблема города. Ночью дают воду, какое-то время, несколько часов там, или час, по расписанию. Ночью они просыпаются и набирают в ванну обычно полную ведра, ну, все, сколько возможно, на день, чтобы хватило. И когда я зашел туда в ванну, чтобы руки спали, там была полная ванна воды, я думал, где же спали руки. Все заметили, что там у них все заполнено водой. А тут преданные прочитали, что, значит, если вы посмотрели лицо материалисту, нужно прямо в одежде окунуться, значит, в Гангу. Но если нет Ганги, то просто в воду. Один преданный, он пришел на программу, там, через комнату, где шла эта Намахата, прямо в ванну и окунулся туда. Я говорю, только что посмотрел лицо материалисту. Так он очистился. Можете так делать. Можете прямо с ванной вместе путешествовать. Да, или с ведром. Брызгать на себя так, на людей тоже. Чтобы... Придумайте что-нибудь. Но лучше всего хорошая утренняя садхана бхакти. Як смотрят пундарика шам, то есть, если вы помните, вот высокого Господа, неважно, чистый, не вы не чистый, отчаяйте сразу же. Вот просто нужно с утра вот эту память восстановить, в течение дня вы будете защищены. Как правильно рисовать Радху и Кришну, чтобы это получались настоящие Радху и Кришны? О, вопросы. Что еще для этого нужно, кроме того, чтобы все совпадало с описанием? Может ли такое получиться дизайнерская стилизация в стиле современного искусства? Ну, есть история, как один художник рисовал Кришну. Не мог его нарисовать, потому что Кришна каждый день был другой. Он пригласил, чтобы писать портрет Кришны. И Кришна пришел и сидел, позировал. И он написал очень хороший портрет. Но на следующее утро пришел Кришна снова продолжать сеанс, и совсем другой. Сеанс с портретом ничего общего. Заодно начал писать. И так продолжалось, пока он не бросил работу вообще. Кришна постоянно был новый, и так он не удалось ему написать. Ну вот, теперь вы пытаетесь. Но медитация может достичь глубины, на самом деле глубины. Я и тоже имею опыт, я рисую Кришну. Иногда вы переноситесь как бы вот непосредственно к Кришне, когда видите его образ, чувствуете его образ. А проявиться он может через любой образ, с любого изображения здесь. Неважно, в каком стиле это написано. Важно ваше умонастроение. Ваша медитация. Поэтому даже если вы это делаете не очень совершенно, не очень классически, но если это настоящая искренняя медитация, вы прямо будете рядом, вот прямо вы присутствуете перед вами. Образ. Вы это почувствуете прям непосредственно, протягше. Также есть в Индии разные стили. Кришна учился разным стилям искусства, когда учился в Гурукуле. Там есть деревенский стиль, есть классический стиль описывается, рисование. Они учились этому. Рисовать должен уметь каждый человек как-то, в каком-то своем стиле. Ну, согласно образованию ведическому, каждый. Каждый играет на музыкальные инструменты, каждый может как-то рисовать, изображать что-то, потому что дом вы украшаете сами свой. Согласно культуре. Вы сами украшаете дом, знаете, как делать узоры, всевозможные благоприятные, или картины рисовать,
что-то необходимое. Как Кришну изображать? По-разному. Так бывает. Вот Кришна голова, нос такой, глаз такой. И Кришна все равно танцует, тоже присутствует. Может проявиться с любого изображения. Так искренне делается. Дети изображают Кришну тоже очень любопытно. И они чувствуют Кришну, когда рисуют его. В каком-то возрасте они осознают Кришну, когда рисуют, изображают его. Вот. Поэтому я думаю, больше тут дело не в стиле. Уж рисуйте, как у вас получается. Как вы считаете красиво, именно как можно красивее это сделать. Ну, и рисуйте Кришну. Медитируйте на Кришну. Это же ваш Кришна какой-то. Именно ваш Кришна. Вот. Это особенное, особенное отношение. Ваша самая любимая лила Кришны. Ну, нет такого понятия, самая любимая лила Кришны. Нет, это в разное время, по-разному. Любая лила, которая открывается, она абсолютно духовна. Абсолютно духовна. Самая любимая лила, когда Кришна рядом с вами, вы чувствуете. Это самая любимая лила. Или когда подходите к божествам, и он что-то вам сообщает. Тоже любимая лила. А? А, как узнать? Кришна так говорит, или кто-то другой? Можешь переспросить? Я, Кришна, не помню, это ты или кто-то другой? Что он скажет? Нет, не играйте в эти игры. Это должно произойти спонтанно. Иначе игра ума, знаете. Вот женщины меня все понимают. Они общаются постоянно с Кришной. Вот только спросите их об этом. Они расскажут каждый день, они что-то расскажут. А мужчины сомневаются, Кришна-то или не Кришна? Везде Кришна. Если мы понимаем Кришну, мы везде видим Кришну. Как мы понимаем Кришну? Мы недавно это обсуждали, тему. Вспомните себя младенцем, ребенком. Ну что вы, насколько далеко вы помните себя? И вы уже знали Кришну тогда. Вы еще не знали, кто мама, кто папа. Вы не знали, как все это называется. Вы просто сознавали Кришну. Когда мама рядом была, вы сразу успокаивались. Это сознание Кришны. Рожденное. Это Кришна. Когда вы делаете какие-то добрые дела кому-то, хорошие слова и так далее, вы же возвышаетесь, вы же чувствуете. Вот он Кришна. Тоже Кришна, смотрите. То есть давайте видеть Кришну по разным проявлениям в нашей жизни, перед нашими глазами. Надо узнавать его. Где Кришна? Материнская забота Кришны, безусловно. Это покровительство. Кришна дает мать, чтобы заботиться о живых существах. Он дает этот принцип материнства. Когда вы читаете Бхагавад-гиту, там везде Кришна. Нет ничего, кроме Кришны. Идете, видите, как снег искрится. Весь. Вы же радуетесь. Это потому, что это Кришна. Это явление, в этом явлении Кришна есть. Солнце, луну видите, воздухом дышите. Как вы не видите Кришну? Особенно, когда дышите свежим воздухом. Бывало такое, что вы ходите с какого-то душного города или что-то еще, вдыхаете вдруг. И вы же счастливы. Это Кришна. Повсюду вот эти проявления, это так много Кришны. Но разговаривать с Кришной нужна квалификация, конечно же. С человеком Нараяна не разговаривает, говорится Пурана. И Кришна тоже не разговаривает с человеком с обычным, говорит Арджуне Бхагавад-гита. У кого есть квалификация?
Близкий спутник, вечный спутник, Господь. Ну, а если есть какая-то квалификация, будем что-то тоже понимать. Через Бхагавадгиту, через духовного учителя, из окружающих каких-то событий или явлений. Все больше и больше будем воспринимать Кришну, все больше и больше, больше и больше. И мы увидим, откуда все это разнообразие. Качеств. Душа не имеет таких качеств. Но эти качества, говорят, что там есть душа, удивительно. Очень удивительно. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. Возможно ли достичь уровень чистого преданного служения уже в этой жизни? И как, если да, то как это можно постичь? Нужно достичь этого уровня. И как? И как вы знаете достичь? И что нужно, тоже знаете? Мы знаем ту и другую сторону уже? Разве нет? Да, ну как-то... Что? Страшно. А? Не знаю, как. Я почему задаю этот вопрос, потому что они не... Да, вы правы, я знаю, но вот что-то мешает сердце, и поэтому я его задаю. Поэтому только лишь с этой целью. Спасибо. А, еще рано о помощи просить. Еще столько сил не использовано. Подбирают на машину самых уставших уже, которые лежат на асфальте. А те, кто еще бежит рядом, их еще оставляют, они еще могут бежать. Я не вижу здесь такую уставшую, разбитую вообще, отдавшую все Кришне уже. Еще почти ничего нет. Не отдала, нет. С полными чемоданами. Полная сила, говорит, просит помощи. Вот когда все опустеется, чемоданы, и сил никаких не будет уже, и надежды не будет, тогда будет вопрос задан правильно. Почему мы не хотим совершать усилия? Почему надеемся на легкие вещи? Нечестно это. Иисус Христос за нас пострадал. Ну и все. Живи спокойно. Не напрягайся. Седьмое. Оскорбление Прабхупады, говорит, самое ужасное. Прилагайте усилия. Постоянно. Это называется жизнь. Без усилий означает сон. Пустое времяпровождение. Мы воплотились для того, чтобы жить. Совершать определенные усилия. Аскезу. Служение. Использовать свой ресурс. Отдавать его. Отдавать. Не держать при себе. Отдавать его. Есть такое выражение «собака на сене». Сено она не ест, но никому не дает, что ей так удобно. Это вот материальная позиция людей. Нам не нужно это материальное тело, а мы его оставим скоро. Давайте его используем. Наберите какую-то скорость в своей духовной жизни, посильную. Если мы крутим педали, скажем, да, то есть своя средняя посильная скорость. Если вы рассчитываете жизнь так работать, то выберите свою скорость. И действуйте в этом режиме. Велосипед 12 км в час, средняя скорость. Спокойно это. Да можно ехать долго.
Это обычный человек. Ну, спортсмен, тренированный, он может быстрее ехать. 30-40 км в час может крутить педали часами. Кто-то даже еще больше может это делать. Это индивидуально. Вот. И мы должны трудиться. Трудиться. И чувствовать, что мы двигаемся, 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 двигаемся. А вот когда уже сил не будет, тогда другое, тогда служба есть. Служба спасения существует. Татита Павана придет. Кто-то упал, травму получил, допустим, тоже. Патита Павана для этого существует. Но если у нас полно сил, а мы никуда не двигаемся и зовем Патита Павану, ну, нечестно. Гуру Махарадж, я сегодня утром услышал от Прабхупады, что смирение – самое мощное оружие. Вот. И я в сердце заглянул, и я, честно сказать, не понимаю, ну, вот, что смирение для меня на моем уровне. Смирение нужно приобрести. Не нужно понимать. Это нужно приобрести. У того, у кого есть смирение. Я не думаю, что можно понять эти качества, не приобретя или не столкнувшись с ними непосредственно. Как Прабхупада говорит? Если вы не видели бриллиантов, то можете купить стекло по ошибке. А смирение в этом мире никто не знает настоящего. Есть подделка какая-то. И что касается других духовных качеств, похожая история. Не только смирение, но и многие другие качества. Люди понятия не имеют, что это такое, в принципе. Поэтому общество называется светское. Это, светское. Здесь светский этикет, которому следует внешне. А внутри светского общества там есть интриги, есть двойная жизнь, как бы это допустимо в светском обществе. Оно так устроено, светское общество. Потому что их качество поверхностное. Смирение, терпение или уважение, оно так или иначе, только на внешнем уровне. Это светское общество показывает. Это называется свет. А там в тени этот свет по-разному же. Поэтому нам необходимо обрести эти качества в контакте со смирением. Когда мы общаемся с преданными, более опытными, мы получаем этот контакт с качествами человека, тогда мы сможем развить смирение, осознать смирение, вкус смирения, вкус смирения. Почему это хорошо? Почему это сила смирения? Смирение означает, что вы становитесь тхирой, невозмутимым человеком. Тхира – это могущество. Это не просто слепая покорность, где вас топчут, и вы, так сказать, ложное смирение. Где вы подавлены, унижены, несчастны, но смиренны. Это ложная ценность. Тхира – невозмутимый, смиренный человек. То есть как это? Говорит, утку обливаешь ведром воды, она тряхнется, и ничего не изменится. Ничего не изменится в ее настроении. Смирение. Тхира. Выносливый, терпеливый. Отсюда исходит много-много таких мощных качеств, где можете преодолевать трудности, выдерживать испытания, какие материалист никогда не выдержит. Если нет терпения и смирения, будете по каждому поводу страдать в этом мире. И изначальное смирение – это душа, просто душа. Душа, которая себя не отождествляет с телом, это и есть смирение. Тело может быть красивым, некрасивым,
И кто-то может говорить об этом. Но я должен знать, что я не делаю. Да, Прабхупада сидел на Вьясапуджи, вспоминает один из его учеников, который наблюдал его стопы, омовение стоп Прабхупады Абхишеку. И все пели Шигуру Чарана Падма, лотосные стопы духовного учителя, а он думал, какие же не лотосные, ну ноги, ну ногти, вот кожа, вот, ну ноги старого человека. Так он медитировал, сидел на Абхишеку. И вдруг он почувствовал, что Прабхупада пристально на него смотрит. Он осторожно поднял глаза. И увидел, что Прабхупада смотрит на него, и глаза Прабхупада говорили: «Осел, я не это тело». Это для меня был большой урок, говорит, глубокий урок я получил. Смирение. Это смирение. Как только мы смотрим на кого-то как на тело, мы теряем смирение. Или себя как на тело, мы теряем смирение. Ни отождествления, ни с плохим, ни с хорошим в этом мире. Хари Кришна Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а как можно помочь знакомым, которые привлекаются учителями Майвади? Если что-то против этих учителей говоришь, они очень расстраиваются и раздохновляются тебя дальше слушать. Пусть читают книги Прабхупады. Там как бы разоблачается философия Майвади. Потому что мы можем, если мы надеваем имя какого-то человека, учителя, они будут обижаться. Если мы философски обсуждаем, они не будут обижаться. Философию обсуждаем. Если Прабхупаду спрашивали, что вы думаете о том ином философе, он говорит, а в чем его философия? Громил философию, а не самого человека. Хари Кришна. Гуру Махарадж, такой вопрос о карме. Вы сказали, что греховная карма, она отрабатывается через покаяние и служение. А я просто недавно читал «Нектар преданности», и там, как я понял, что Шрила Прабхупада говорит, что чтобы как бы избавиться от последствий греховной кармы, нужно совершать аскезы, жертвоприношения и ритуальные какие-то обряды. Вот. Просто я, как бы у меня вопрос, может ли, в принципе, как бы какая-то благочестивая деятельность нейтрализовать негативную, или это просто он имел в виду, что со временем как бы закончится? Такое. Очищает от кармы праяшчита. Это покаяние. Как? Повинную голову меч не сечет. Например, человек виноват перед вами, и по закону кармы вы можете наказать его. Имеете право, да? Пожаловаться и наказать его. Подать в суд, допустим, его накажут. Имеете право. Да? Но человек искренне раскаивается, просит у вас прощения. Вы этого не делаете. Все. Все, карма не открыта. Это покаяние, прочтит. Обычный процесс такой. То есть даже он не совершает ничего благочестивого, просто покаялся искренне человек. Этого достаточно. Если он искренне покаялся, значит, он больше никогда к этому не вернется. Это какой смысл наказывать? Он осознал все. Никогда к этому не вернется, нет? Причины наказывать. Но какой смысл в этом покаянии, если человек снова идет грешить? Тогда бессмыслица, тогда оскорбление, тогда плохие реакции идут. Ритуалы какие-то обрядовые, это то, что человека занимает правильным образом, но неосознанно. Религиозные ритуалы, они могут быть, ну, вот внешней такой культурой, люди не знают, откуда эти вот правила, предписания, но они их просто делают как ритуально, служа так вот Богу, это тоже их занимает хорошей деятельностью. Неосознанным образом. Но если вы в сознании Кришны, то вы просто очищаетесь благодаря сознанию Кришны, осознанным образом. Спасибо.
А можно еще на этот же вопрос дальше? А вот в 10-й песне я читал, что вот был Махарадж Наригу, рассказывается история о Махарадже Наригу, который совершал множество благочестивых поступков, но там получилась какая-то неурядица с коровой, и как бы ему он вынужден был то есть и получить и свою и благочестивую карму, и вот этот случай как бы отработать. Насколько он там как бы не каялся, ничего, то есть там проклятие брахмана, и он, ему пришлось как бы получить и то, и другое, как я понял. Да? То есть это как бы особая лила, да, Кришна? А там Прабхупада объясняет эту лилу. Он попал в ловушку своего благочестия, царь Нига. Он мог бы избежать этого, этой реакции. У него был такой большой запас благочестия, что он мог бы нейтрализовать потом этот грех. Но попал в ловушку собственной честности и решил получить сначала наказание за свои ошибки. Поэтому так произошло. Кришна сам его спас. Он совершил ошибку, но Кришна спас. Хари Кришна, Читани Чандра Прабху. Хотелось бы воспользоваться правом вопрошающего быть пытливым и уточнить еще раз. Вы отвечали уже на вопрос на этот, был в записке, что 27 текст 9 главы Бхагавад-гиты, да, Кришна говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, делай это как подношение мне. Вы сказали, что это то есть для брахмана однозначно делать все чистое. Но Кришна говорит, как мы знаем, Бхагавад-гиту рассказывает не брахману, а кшатрию, да, на поле битвы. И, в принципе, люди, которые сталкиваются с этим стихом, они не обладают качествами брахмана. И часто говорят, что ну, я не могу предлагать чистые вещи, у меня есть то, что есть. И как вот этот стих применить именно к таким категориям людей и сказать, что ну, как там, как они могут воспользоваться этими наставлениями Господа? Спасибо. Никто не может воспользоваться наставлениями Господа. Нужно под руководством духовного учителя это делать. Они что-то придумают. Это не будет совсем как бы авторитетно правильным. Просто исходя из перевода стиха, да, самого, там однозначно толкование идет. То есть, что бы ты ни ел и что бы ты ни делал. То есть, как, то есть прямо понимать этот текст или его нужно косвенно понимать? Потому что прямо. Мы объясняли это, так? Отвечали на этот вопрос. Что имеется в виду? Объясни духовный учитель. Потому что Кришна это Арджуне говорит. И что бы ни был, что бы ты ни делал для Арджуны, означает, что бы ты ни делал хорошего. Потому что это Арджуна, это Арий. Это образованный и чистый Арий. Из императорской семьи. Спутник Кришны. Поэтому что бы ни означает любая хорошая вещь. Потому что Арджуна не может делать плохие вещи. Такое можно сказать человеку, именно уже как бы обученному в культуре. И Кришна говорит это своему другу, что бы ты ни делал, предоставляй ему свободу, потому что они на таком уровне находятся, на уровне свободы. Ну а когда человек какой-то читающий Бхагавад-гиту, не находящийся на уровне Арджуны, пытается к себе применить этот стих, тут нужен духовный наставник. Я обсудил этот вопрос со старшим преданным, тоже вот после этой лекции. Он мне сказал, что мы иногда используем в проповеди этот стих, чтобы дать возможность человеку, который, например, еще ест мясо, да, или что-то нечистое делать, так или иначе связывать это с Кришной, чтобы он его очистил в конце концов. Мясо мы не можем связать с Кришной. Мы проповедуем вегетарианство, как минимум, прежде чем проповедовать философию Бхагавад-гиты. Человек не может следовать Бхагавад-гите, если он не вегетарианец. Господь Читание сказал, что два типа людей не могут обратиться к Богу, предаться Богу. Те, кто поедает плоть забитых животных, и те, кто помышляет о самоубийстве. Поэтому именно вот этот один из стихов, который нам меняют вину материалисты. Под этим как бы стихом имеется в виду, что бы ни, ты можешь убить кого-то для Кришны, можешь украсть у кого-то для Кришны, это мышление как бы людей нецивилизованных. Это не для них пишется не Бхагавад-гита. Для нецивилизованных людей другие даются заповеди. Не убей сначала, не кради, не лги. Вот, а потом
Что бы ни делал, делай для Бога. Потом. Витхи нишеда. То есть есть правила предписания, что нужно делать и что не нужно делать. Мы говорим, Арджуна уже знает, что не нужно делать. Поэтому мы можно сказать так. Если кто-то хочет понять этот текст Бхагавад-гиты, читать комментарии Прабхупады там. Комментарии важнее, чем тексты. Потому что раскрывают смысл текста. Объясните, что это метод Бхагавад-гиты. В Бхагавад-гите говорится, что должен обратиться к духовному учителю, если хочешь познать эту науку. Хотя Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, он говорит, ты должен методом воспользоваться именно этим. Обратиться к гуру. Люди сейчас многие изучают Священное Писание, не только Бхагавад-гиту. Но эта проблема в том, что у них нет руководства духовного правильного. Они спорят тоже таким же образом. Каждый понимает стих по-своему, в соответствии со своей культурой, уровнем развития. Но Прабхупада говорит, сначала станьте цивилизованным человеком. Потом обсуждайте Священное Писание. И как стать цивилизованным человеком, написано в самих Священных Писаниях, из заповеди. Что ж такое «чтобы ни»? Через заповеди смотри на этот текст. «Чтобы ни». Не убей, значит, чтобы не означает, убивать можешь. Не кради, значит, там не имеется в виду, что должен красть для Кришны. Значит, есть предварительные принципы религии, и есть уже сама религия, санатана дхарма. В Бхагавад-гите описывается санатана дхарма, а не предварительные стадии религии, где нужно стать нормальным человеком хотя бы, адекватным. Ракшас подумает, чтобы не означает, я могу так же есть людей и предлагать Кришне сначала. И кто-то из сострадательных преданных скажет, да, это твой путь. Нет, гуру такого не подтвердит. Прабхупада такого не подтвердит. Значит, не для ракшаса Бхагавад-гита, нужно отказаться от этой природы. Вот вы сказали, и христиане часто нам говорят, что этот путь не универсальный, потому что мы не можем, то есть Иисус нам дал такую милость, мы можем все что угодно делать, а вот Бхагавад-гита говорит, нет, откажись сначала, потом следуй. Это их путь, верно? Они идут своим путем, мы туда не вмешиваемся. Также они должны вмешиваться в эти стихи Бхагавад-гиты. Они уже признали, что не могут идти этим путем. Поэтому не должны вмешиваться в эти вещи, в эти объяснения. Должна быть культура отношений между религиями. Уважение. Мы понимаем, мы тоже всему не можем следовать. Христиане или кришниты, неважно, мы тоже не идеальны. Но мы принимаем то, что Кришна говорит, вот поэтому мы на этом пути. Если кто-то не принимает Кришну, он может принять Иисуса Христа или кого бы то ни было из святых людей. Это тоже хорошо. Но не смешивайте эти вещи. Я не могу сказать, что я как христианин понимаю стих этот именно так. Нет, спроси у Кришны. Дело не в христианстве, а в Боге. Не в религии, а в Боге все дело. То есть Бог говорит по высшим стандартам. Бхагавад-гита говорит, вот они принципы настоящие. Высший принцип. Если ты не можешь следовать этому, говорит, следуй тогда по-другому. Он тоже в 12 главе говорит, что можно по-разному следовать этому всему. Не нарушая того, что там дано. Значит, как правильно будет? Я не могу следовать этим высшим правилам, но это хорошие правила. Я стремлюсь к ним. Вот она честная позиция. И христианина, и не христианина, кого бы то ни было. И кришнаита тоже. Это самые чистые принципы. И я поклоняюсь этим принципам, поклоняюсь Богу за эти принципы. Благодарю. И я попытаюсь, как я могу научиться этому в своей традиции или как-то еще пользуюсь какими-то еще методами. Нужно быть честным, вот в чем принцип. Не надо злиться, если там что-то написано, чего я не могу делать. И критиковать за это Священное Писание. Зачем вы ходите из себя и критиковать сразу же? Вы плохие. Бесчеловечные принципы у вас. Это принципы очень хорошие.
Как на практике применяется стих Сарва Тарма Паритяджа для разных варн и ашрамов? Нет разницы между варнами и ашрамами в этом предании? Почему такой вопрос? Откуда такая? Вот такой вопрос. Ну, например, разницы нет, ничего не меняется. Этот стих ничего не меняет в жизни внешней. Оставь все виды дхарм, религий, ничего не меняет. Арджуна сатис из дхармы кшатри. А Кришна говорит, сарва дхарна паритяджа мама кашарна раджа. Что делает Арджуна? Сражается. Что меняется? Сознание меняется. Да, он для Кришны это делает. Вот же только сарватхан паритяджа. Мама кашарна, я это делаю для Кришны, это и есть сарватхан паритяджа. Так какая разница, кшатри это делают, или шудры это делают, или кто-то еще. Принцип тот же самый. Используй свою природу в служении Кришне. Так ты отказываешься от этой природы. Ты не наслаждаешься своей природой. Ты отдаешь, жертвуешь своей природой. Сарва дхарма паритяджа. Отдаешь все, что у тебя есть. Свой разум, ум, профессию, что там, семья, дом, деньги. Все ты считаешь, что энергия Кришны. Все должно служить Кришне. Какая разница, какая варна. Это вайшнавский принцип для всех. Нежелание служить Кришне в быту. Хочется все делать для себя. Нежелание очистить кухню. Внимательно готовить пищу. Все время в спешке или сильное вожделение, желание съесть все. Сколько страсти. И вот это состояние хронической тупости, это уже результат страсти, тамас. Инертности от этих низких стандартов жизни. Понимаю, что об этом говорили, но тупость ведь еще нужно повторить, да, это все? Нет, сначала нужно усвоить, зачем повторять? Дохлую лошадь не стягают. Один раз попробовали, не шевелится, ну что делать? Значит, сдохло. Нет, вы должны усвоить. Вы должны усвоить. Как только лошадь начнет двигаться, сразу ей внимание окажут. Поставят на ноги, там лекарства дадут, а потом стегнут, что пошла. Итак, страсть. Раджас тама здесь описано в записке, да, состояние. Но я понимаю ваш вопрос в том смысле, что об этом говорили, но этот круг замкнутый. Вы уже знаете, что нужно по-другому, но вы в этом круге уже в замкнутом, вы не можете выйти оттуда. Так, ваша жизнь уже обречена, да? То есть, так сказать, уже все выработаны привычки, ежедневно быт, вот этот вот, трудно поменять его, ничего не нужно сделать, замкнутый круг, все. Поэтому учитесь слушать Святое Имя, читайте книги Прабхупады. Нужно находиться в состоянии равновесия хотя бы пару часов в сутки. Глубокого покоя хотя бы пару часов в сутки. Постепенно разовьется склонность к медитации, глубокому размышлению, к осмыслению. Постепенно. Это аскеза, это труд. Но постепенно вы выйдете из замкнутого круга при помощи практики. Вопрос в другом. Хотите ли вы этого? Вот в чем вопрос. Вы жалуетесь. Но хотите вы ли этого? Ровно настолько, насколько хотите, настолько будете делать. Так. Ну. Обещание даны не означает, что вы сразу становитесь чистым преданным. Вы не обещаете этого. Обещаете честно практиковать. Не то, что вы расстроены, означает, что ваше желание созревает. Только созревает. Но вы все еще себя обманываете, потому что на самом деле вы еще не хотите. То созревает желание.
Вы хотите, чтобы кто-то это сделал за вас. Но желание созревает, иначе вы не расстраивались. Вы говорили, что посеешь, что и пожнешь. Разве я это говорю? Если мы проживаем свою судьбу как результат наших прошлых поступков, как поверить в то, что все в жизни преданного происходит по милости Кришны? Милость Кришны – прожить эту жизнь достойно. Да, она предопределена, но мы должны достойно прожить это предопределение. Предопределена наша смерть, но мы должны достойно уйти из этого мира. Предопределены наши деньги, наше здоровье, нужно достойно все это использовать. Это милость Кришны. Милость Кришны – не потерять эти достояния, которые нам даны. Судьбой дано уже быть человеком, представьте это. Ценность большая, огромная ценность. И милость Кришны нужна зачем? Чтобы мы не потеряли эти ценности, достояния, которые мы можем воспользоваться в этой жизни и достичь совершенства. Вот тут нужен Кришна. Иначе человек живет как животное без Кришны. Получит даже человеческое тело. Если нет милости, нет знания, нет связи с Богом, с преданными, он остается животным, биологическим существом. Что посеешь, что пожнешь. Это не так много. Не так много посеяли, чтобы сейчас пожинать. Но все-таки ценности есть у нас. А вот что-то можно принести в свою жизнь именно от Кришны. То, что не входит в нашу судьбу вообще. Сознание Кришны вне кармы. Отношения с Богом вне кармы. Это даже самый грешный из всех грешников. Ты достигнешь совершенства в сознании Кришны. Кришна говорит, Бхагавад-гита. Грех не разрывает наши отношения с Богом. От греха человек очень быстро очищается от кармы. Служение Кришне, он очень быстро восстанавливает отношения с Богом. В карме этого нет. Отношений с Богом в карме нет. Карма – это отношения с Богом материалистов. Материалисты. Так видят, что это закон Бога. Вот так они понимают Бога. У преданного есть непосредственное отношение с Богом. Поэтому он уже не совсем в тюрьме, он скорее в больнице. На излечении находится. Это другая ситуация. Совсем разная ситуация, когда вас наказывает тюрьма или наказывает отец или врач. Вроде бы та же самая судьба, но скажите, как милость Кришны. Все по-другому. И если даже нам много не суждено получить счастье материального, мы счастливы духовно. Мы можем даже не замечать, счастливы или несчастливы в этом мире. Мы можем вообще на это внимание не обращать. На счастье и несчастье в этом мире, потому что мы счастливы Кришной, преданным служением. Мы живем уже в другом измерении, в другом разрезе. В Кришне находимся. Под защитой Кришны находимся. Судьба нас не очень интересует. Какая есть судьба, любая годится. Важно, чтобы получить человеческую форму жизни. И можно служить Богу. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Иногда можно услышать такой вопрос. А хочется попасть и в Кришна-лилу, и в Гаура-лилу. И как правильно ответить на этот вопрос? Можно ли сразу и там обрести сварупу, или только в одной из? Это еще одна проблема, да. Как же избить, да. Может быть, сначала в Гаура-лилу, потом или в Кришна-лилу, потом или наоборот, или одновременно хочется. Вот. Когда я в Гаура-лилу вхожу, я думаю о Кришна-лиле. Когда в Кришна-лилу, сожалею, что не в Гаура-лиле. Так? Так? В этом вопрос. Так себя чувствуешь? Тебя спросили? И что ты ответил? А, ты все на меня свалил.
А давай-ка сам отвечай лучше на этот вопрос. Преданные пытаются мыслить. Я понимаю, что преданные пытаются мыслить. Но пока не получается, потому что между Гару Лилой и Кришной разницы нет. Они, ну и что, Гаура Лила, там нет Кришна Лилы, а Кришна Лилы нет Гаура Лилы, там чего-то не хватает, так или иначе. Ну, так они мыслят сейчас, несовершенным образом. Когда попадут в Гару Лилу, они увидят, что совсем не то, что они думали. Там нет ничего, кроме Кришны. А когда попадут в Кришна Лилу, они поймут, что там ничего, кроме Гаура Лилы, нет. Вопрос, кому вы преданы? Преданы вы Гауранге или Кришне? В этом есть вопрос. Разберитесь. Чей вы преданы? Где ваше сердце? Разницы нет. Кришне и Гауранге предаетесь, разницы нет. Но все есть. И там, и там. Еще неизвестно, где больше. Тоже вопрос сложный. Не? Как бы не прогадать-то, а? А то угожу навечно в Кришна Лилу, и все. Гурум Махарадж, а что является самым сложным, а что является самым простым? Самое сложное — отвечать на вопросы не тайманговые. А самое простое — это воспевать Харе Кришна быть счастливым. Это как, вот я на радио приду, там тоже. Так, блиц вопросы. Что самое важное, что самое сложное, что самое простое, что самое... Вот нужно... Легче просто петь Харе Кришне, все ясно становится. Так много вложили, что трудно жить с этим. Что не вопрос, то проблема. И вроде проблем-то нет. Разве это проблема? Ну и что ж тут проблемного? Ну так и сделай что-то значимое. Сейчас не можешь. Но потом сделаешь. Потом, когда подрастешь, сделаешь. Ну и все, и хорошо будет. Или ты хочешь сразу расплатиться, пока не забыла. Так не получится, ты в долгу будешь всю жизнь перед преданным. И перед гуру никогда не долг не отдашь. Нет, не надейся даже на это. Так что всю свою жизнь служи Кришне, и все будет хорошо. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Преданные жалуются на меня, что я такой жесткий, вот, и доставляю много беспокойства. Ну, как бы, ну, внутри как бы, ну, не хочется, ну, это делать, а как-то оно, ну, вот, получается, ну, как-то само собой. Ну, вот, и как-то, ну, не хочется доставлять беспокойство, но пока как бы, ну, еще это получается. И как тут, ну, что с этим делать? И понятно, что, ну, если будешь следовать практике, там, ну, в дальнейшем это должно уйти. Может быть, жестким, но добрым. Ты такой есть, верно? Не знаю. Это ничего страшного. Если... А, это женщина все. Это все оттуда. Ты попал под их влияние, так? Будь хорошим брахмачари, не попадай под их влияние. Жесткий. Жестковатый чуть-чуть. Знаете,
Вот мы пробовали, вроде ничего, но жестковат. Это женщины. Чуть помягче бы. А потом еще мягче. И пока вот, когда ты не растаешь полностью, они скажут, ну, теперь он вообще никуда не годится. И все, так и кончится все. Оставайся твердым. Спасибо. Слушай их, не слушай их. В какой момент обычная деятельность превращается в преданное служение? Ух ты, фокус-покус. То есть вы что-то делаете, раз, и все превратилось в преданное служение. Ой, и вопрос у нас сегодня. Как поддерживать правильный мотив для служения? В какой момент обычная деятельность превращается в преданное служение? В тот момент, когда вы трансформируетесь. Ваше тонкое тело трансформируется. Деятельности. Когда вы сознаете Кришну в этой деятельности, происходит трансформация. Что преданное служение означает, что это полностью осознанная деятельность. Полностью осознанная деятельность означает, что это деятельность, где вы осознаете все вместе с Кришной, включая Кришну. Это полностью осознанная деятельность. Если вы все осознаете, кроме Кришны, это не полностью осознанная деятельность, это еще не преданное служение. И вот когда вы осознаете Кришну в своей деятельности, значит, ваше это называется преданное служение. Это преданное служение. То есть не сама деятельность становится преданным служением, а ваш мотив делает эту деятельность преданностью, преданным служением. Вы вкладываете в этот сосуд деятельности, вливаете нектар бхакти, вот содержание даете ему, той деятельности. Та же Хари Кришна мантра, это сосуд прекрасный, говорил Бодхисаттва Сарасвати, а вы наполняете его содержимым бхакти, это уже исходит из души. Там должен быть нектар в этом сосуде. Высшие пробы, потому что сосуд прекрасный. Самый ценный сосуд. Но наполнение от нас идет. Мы воспеваем, мы служим. Если такой прекрасный сосуд, то и сор должен быть нектар высший. В одной лекции говорится, что гуру – это должность, а человек, и человек вправе эту должность оставить. К этому надо относиться спокойно. Правильно ли это утверждение? Традиционно нет. Нигде не говорится в шастре, что гуру может оставить свою должность. Имеет право на это. Не говорится такое. Так же, как про саньяси, не говорится, что он может жениться. Нет, он не должен жениться. И гуру не должен оставлять свою должность, свою ответственность. Не только гуру, но и мать не должна бросать своих детей. И профессия требует такой же ответственности. Никто не должен оставлять свою дхарму. Это все касается всех. Но все же мы видим в жизни. Есть как бы несчастные случаи, есть раненые, есть убитые, на войне с Майей. Какой-то гуру может отказаться от своей должности, допустим. Какой-то грехаска может развестись, например. В конце концов, тот может умереть, так уйти с этой позиции. Но это материальный мир, то есть он несовершенный. В этом случае говорится, да, к этому нужно относиться спокойно, как на войне. На войне есть процент допустимой смертности. Ну, даже на учении. К этому так относится. Да, ну, война же, кто-то может быть убитым или раненым. На войне нормально. Это допустимо. Вот в этом смысле спокойно. Не то, что это нормально, что любой может решать, быть гуру продолжать или оставить это все. Не так это звучит. Как избавиться от страха перед людьми? Очень боюсь быть навязчивой. Навязчивой. Но это хорошо. Я тоже боюсь быть навязчивым. У меня такая же была вещь. Опыт нужен. Опыт.
опыт, когда вы уже можете людям приносить некую радость, счастье проповедью, тогда вы почувствуете. Почувствуете это. Там, где уже вы не пробуждаете это счастье, вы останавливаетесь. Вот этот опыт, что вы можете как бы делать людей счастливыми в сознании Кришны, важен, чтобы регулировать свою как бы речь, также отношения. Опять на меня все свалили, да? Когда ученик уходит в духовный мир? И духовный учитель. Там каждый гуру в духовном мире. В любой форме, какой бы он ни находился, живое существо, это он гуру. И одновременно он ученик. Все связаны таким образом. Но это не называется таким образом. Один гуру для всей Галоки Вриндаваны – это бабушка Пурнамаси, йога майя. Это энергия Кришны, которая творит, организовывает его лилы, игры. Поскольку она все делает это для Кришны, устраивает все эти отношения, обладает такими полномочиями осознавать и видеть все эти игры, никто другой не видит, как Пурнамаси, все безоговорочно слушают, что она говорит. Она имеет такую форму, что никто не может ей возразить. Все, что она говорит, все принимают безоговорочно. Не переспрашивая, никаких аргументов ни у кого не появляется, потому что Пурнамаси говорит. Это гуру как бы всех в духовном мире. Иногда даже она Кришне что-то говорит, что он должен делать. Она говорит еще один, что Кришна должен пойти сегодня на пастбище вот тогда-то. А вы должны сделать то-то и то-то. И никто вообще не спрашивает, просто делают и все. Что знают, все организуется для Кришны. Пурнамаси лучше всех знает. Ишода, она имеет множество помощников. Никто не знает, сколько у нее помощников. Понятие это трудно перечислить всех помощников. Мы что-то знаем об этом. И каждый помощник помогает и в соответствии со своей сварупой. Этот помощник, собственно говоря, является учеником Ишоды. Но также гуру для кого-то еще. Все так связано. Также, когда мы приходим в духовный мир, у нас там есть свой как бы гуру, кому мы помогаем служить Кришне. Значит, Радхарани служит Кришне. Все гопи помогают Радхарани. Все манджари помогают гопи. Все деревья Вриндавана помогают гопи, манджари, Гавардхан. Все живые существа, коровы, теляты, пастухи, ешоды, все организовано в разных расах, чтобы эта лила состоялась. Раса лила в итоге. И где-то есть наше место там. Вот в этой большой-большой лиле у нас тоже там свое место. И мы там участвуем. И гуру наш тоже там участвует. Да не беспокойтесь, сохраняется. Сохраняется все, что имеете, и дает то, что не хватает, так говорится. Чего так боитесь? Форма будет другая. Что я могу поделать? Хари Кришна, Гуру Махарадж. Иногда наступает такое, знаете, жестокое состояние сердца, когда ты понимаешь, что вот эта правда, которая она тебе не нравится, не просто не нравится, она просто бывает невыносима. Ну, внутренники, это бывают вещи. Ты понимаешь, что это предел, за который тебе надо идти, который ты не развивал, ну как бы не развит в тебе, но ты должна его развить.
Но сил на это внутренних, допустим, нет. И хочется сбежать, и не знаю, что делать. Сбегать или идти на пролом вот туда, вот и там как бы разбираться уже. А разбираться квалификации нет. И вот можно ли в таких случаях обращаться к духовному учителю, когда, ну, это касается лично тебя? То есть этично это, ну, просто если совсем уже не разобраться. Ну, потому что, в общем, я не знаю, можно запутаться. Прабхупада говорит, если совсем и так не разобраться, трудности возникают в уме какие-то. Идите в храм, садитесь, повторяйте джапу, пока все не прояснится. Mm-hmm. Когда все запутывается, означает, что вы просто устали. Это ваш предел. Mm-hmm. Это симптом усталости. Тут вы раздражительно начинаете быть, неудовлетворены, там, обижаться на жизнь, или там хотите вообще исчезнуть куда-то. То есть это просто усталость, симптомы усталости. Mm-hmm. Сядьте, успокойтесь. Придите в себя. И все, понятно было? Ну вот бывает как камень, знаете, прямо вот совсем жестокое состояние, что ты понимаешь. Значит, что вот нужно делать? Повторять Хари Кришна. Повторять Хари Кришна. Вот, 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 сейчас понятно. Вот как все просто. Спасибо вам большое. А что тут, за что спасибо-то? За благословение. Спасибо вам. Повторять Хари Кришна, я всем это говорю. Хари Бол. Спасибо. Светлана Чандарчаран, можно про коров спросить? Про коров можно, да. Вот вчера, оказывается, на ферме в одной семье ребенок родился. 5-го, да. 5-го числа. И мне вот сказали, что Атиприя Читания звать, по-моему, да? А она пошла в баню. Она худенькая такая сама. И вот родила девочку 3700. Я подумал, спросил у мужа, что, кесарь или? А он говорит, она просто в баню пошла и сама не поняла. Говорит, как раз, и ребенок вывалился. И она успела его только поймать. Стоя прям, говорит. И вот я подумал, что это возможно вот из-за того, что они коровам служат. Потому что вот коровы как раз и благословили. Потому что легко-легко родилась вообще без всяких этих. Как чудо такое. Я никогда такого не слышал даже. Потому что она сама худенькая такая, вот такой ребенок крупный, и он просто без схваток, просто практически раз выпал, и она его поймала только, и все. И вот так вот родился ребенок. Это прям чудо такое, вот вообще фантастическое. Mm. И мне кажется, что это с коровами как-то связано. Они служат коровам с мужем там, что коровы их так благословили. Потому что коровы тоже так рожают, вот в основном. А вот в чем дело. Вот в чем секрет. Мы учимся рожать у коров. Надо Вальмики спросить. Он же говорил, что коровы благословляют, так? Гава Упанишат описывается, да? Что корова может выполнить любые желания. Ну вот, это вот его благословение. Так что преданные защищены коровами, защищают коров, коров защищают их. Все очень правильно, хорошо. Ну, Шишер так и чувствует, похоже. Я это не очень чувствую, но вот он чувствует. Он экстрасенс. Он, да, он как чувствительный, у него такая натура, интуиция у него есть. Поэтому можно доверять тому, что он говорит. Я лично вот не знаю точно. Но раз он говорит, то... Почему именно стопы, а не руки, голова или что-то еще? Что только в голову не придет. Вот голова. Голова большая проблема. Со стопами все ясно. Там, вот голова это такая проблема. Кто сказал, а почему именно 16, почему не 15, не 17? Кто сказал вообще все это? Вот голова, понимаете? А почему то, а почему так и так далее? Голова покоя не дает. У стоп все очень тихо, мирно, представьте. Голова большая проблема. Вот когда голова склоняется к стопам, она успокаивается. Все. На самом деле склоняется туда вниз, вниз. Голова, голова. Голова имеется в виду, это наш ум, воображение, то есть наша жизнь, она припадает к стопам Кришны. Вот это замечательное положение, защищенное полностью. Ни одна глупая мысль не придет в такую голову.
Сколько, голова еще не склонилась? Говорит, ну почему стопы? Почему голова к голове не может склониться? Сразу голова к голове, и все. В материальном мире так. Любовь голова к голове. А тут голова к стопам. Почему так? Нога к голове в материальном мире бывает, да? Бывает наоборот, да. А тут голова к ноге. Все это материальное представление, все эти вопросы. Что означает тень лотосный стоп? Что именно мы просим? Защита. Это защита. Это защита. Это... Когда мы попадаем в трудную ситуацию, мы ищем защиты. И вот эту защиту находим именно у стоп Господа. Именно там находим эту защиту. Что это означает? У стоп Господа мы защищены от ложной гордости. Так же, как когда мы сидим у стоп духовного учителя. Это очень важно. Я очень люблю сидеть у стоп своего духовного учителя. Я чувствую себя очень хорошо, потому что я защищен от ложной гордости. Какие бы ни были у меня обязанности, там, не знаю, положения там, с возрастом, или уважение, или последователи появляются, я у стоп гуру должен находиться. Вот мое место. Вот это защита. Надежная гарантия. Что вы не попадетесь в ловушку майи. Потому что гордость не развивается у лотосных стоп. Прибежище. Это прибежище души, говорится. Голова склоняется к стопам гуру. Это же здорово. Защита. Надо спасаться от своей гордости. Себя нужно бояться больше всего в этом смысле. Шрила Прабхупада, когда как бы завершал свой путь, мы знаем, сколько сделал Прабхупада, титанический труд, вклад в миссию, сколько он сделал служения, сколько написал книг, сколько открыл центров, сколько он по всему миру распространил сознание Кришны. Он в итоге сказал, я так и ничего не сделал. И он надеялся на милость Кришны, что все продолжится. Так это считается. Что мы такого можем сделать? Тут никогда нельзя довести дело до конца в материальном мире. Так даже не думайте, что вы когда-то доведете до конца, здесь будет духовный мир. Нет, это все равно это материальный мир. Да вы тоже так же будете думать. Вот сейчас сколько, я уже сколько я прожил. И что я сделал такого? Общество как было материалистично, так и есть материалистичное общество. Не меняется. Что такое сделать? Вклад-то мизерный. Ну что, мы на что мы надеемся? Что милость Кришны останется. Преданные останутся. Милость Кришны – это преданные, которые остаются. На данном уровне, когда еще не понимать, что зачем практиковать, но в то же время есть желание развиваться в полной природе. Можно ли в данном случае как мотив для практики использовать? Потому что если практикуешь, легче достигать каких-то задачи делать. Если легче тебе что-то сложнее. Можно ли там на начальном этапе мотив? А кама, сарва, кама, ва, мокша, кама, ударатхи. Это вот Шримад Бхагаватам как раз говорится об этом. А кама означает без желаний. Сарвакама, имея все желания. Значит, не имеет значения, есть у тебя материальное желание или нет материального желания, служи Кришне. Будет один и тот же результат. Будет очищение. Будет. И то, и другое принимается. Понятно, что как мы можем без материального желания начать преданное служение? Можем опираться из четыре категории людей, да, которые приходят к Кришне. Всегда есть какие-то материальные причины. Почему вдруг мы в материальном мире обращаемся к Богу? С какой стати? Страдания, нужда, любознательность или поиск абсолютной истины. Четыре категории.
Все они что-то хотят для себя, имеют какие-то материальные желания. Но если они принимают процесс чистого преданного служения, они очищаются от этих желаний. Акама сарва камава, мокша кама, если даже есть желание освобождения, удар от хи. Неважно. Бхагаватам говорится, любой человек слуга Кришны. Этого не нужно бояться, я хочу сказать. Не нужно бояться своей природы естественной. Если желания не греховны, займите их в служении Кришне, все, что у вас есть. Используйте. Получайте плоды, которые хотите, вы их быстро оцените, быстро поймете, что вам на самом деле нужно. Вы изучите все, и материальное, и духовное в себе. Это благоприятно получить опыт, получив плоды какой-то деятельности, понять, что на самом деле они не так важны, а важно самослужение. Все больше и больше будете видеть это, все больше и больше будете вставать на путь отречения сами. Процесс очищения таков, милость Кришны такова, потому что вы служите Кришне, вот что важно. Важен контакт с Кришной, а не то, насколько человек осквернен или очищен. Если человек чистый, может быть, духом, но не соприкасается с Кришной, он не достигнет совершенства. Если человек имеет запас кармы там много, но он служит Кришне, в контакте с Кришной он очищается полностью. Все дело в Кришне именно. Демона Хасура получил освобождение. Мудрецы вселенной полубоги за голову схватились, потому что они знали его жизнь греховную. Столько злодеяний. Они просмотрели его прошлой жизни еще и увидели, что ничего хорошего не сделал. В чем причина вообще? И пришли к выводу, что контакт с Кришной. Все. Он полностью очистится. И так у нас тоже контакт с Кришной. Вот что важно. Остальное не так важно. Всегда зациклена на себе, то есть я вижу вокруг себя только себя и не доставляю это удовольствие, ну, этому человеку, например. То есть я приношу беспокойство. И вопрос состоит в том, как вот взращивать себе любовь, стараться, потому что ты понимаешь, что ты, наверное, пока не в состоянии вот этого делать, потому что ты находишься на таком уровне. Вот. Это неправда, что мы не в состоянии этого делать. Мы что-то всегда можем делать. Что-то. Если вы хоть что-то делаете, уже все будет лучше и лучше становиться. Но если вы замкнуты в себе и вообще ничего не делаете, это проблема. Думаю, что не могу. Вы так думаете, что вы не можете. Вы всегда можете что-то делать. Чуть-чуть же можете делать. Но если даже не чуть-чуть, совсем чуть-чуть можете. Или совсем-совсем-совсем, но чуть-чуть. Тоже можете делать. Видите? Вот и делать надо. Сейчас вы обманываете себя просто. Неправда, это неправда, что вы ничего не можете делать здесь. С этой природой. Можете. Все можете делать. Сколько, никто не говорит, сколько можете. Каждый. И так нужно стать искренним. Каждый должен делать то, что может. Если вы скажете, я ничего не могу делать, это обман. Это не искренне. Получает. Но из кармана же душа бездействует этих демонов, и она, получается, падает обратно в материальный мир. Еще не упали они. Еще не упали, они еще там, да? Ну вот меня это этот вопрос и мучил. Падакиджа.
Кто на меня нарисовал, смотрите. Похоже или нет, как вы думаете? Что-то есть, да? Говорится, что гуру пока не, ну, как бы не поможет всем ученикам вернуться в духовный мир, он остается здесь. Это проклятие, похоже. Вот я когда об этом думаю, у меня даже как-то желание проповедовать иногда пропадает, потому что я думаю, ну насколько, ну, люди разные, кто-то уходит из сознания Кришны, и, ну, просто из-за этого гуру, что ли, остаются здесь, жить за жизнью. Как вот это? Объясните мне, пожалуйста. Не в Омске, нет. Есть места получше потом. Есть места, где можно подождать учеников. Кришна-органь знает, как это организовать. Об этом не беспокойтесь. Иначе бы это было проклятием. Все гуру прокляты, так получается. Никогда они не выберутся из материального мира. Нет, все организовано свыше. Кришна это знает, как устроить. Харе Кришна, Гуру Махарадж, вот вы дали нам семинар по нектару преданности, там такие возвышенные темы разбирались, у меня вот вопрос такой теоретический. Значит, как я слышал, есть состояние встречи из-за разлуки с Кришной, ну, от ачарьев. Вот. А в 10-й песне Бхагаватам, если не ошибаюсь, там описано, что когда там была лила вот эта завершительная, Господь Кришна, он в Двараке с царицами, они брызгались водой. И говорится, что старицы даже как бы рядом с Кришной испытывали разлуку. Можете пояснить вот эти вот настроения? Почему они находились рядом с Кришной? Да, то есть они находились рядом с Кришной и испытывали как бы разлуку, ну, как я понял из Бхагавата. А они знали, что Кришна уйдет скоро? Когда Радха и Кришна встречаются, так и лила тоже происходит. Радхарани смотрит на Кришну, и она знает, что скоро Кришна уйдет. И она попадает в этот вот океан, пучину разлуки осознания. И Кришна смотрит на Радхарани, видит ее взгляд и чувствует то же самое. Тоже попадает в пучину разлуки. Это не рядом сидят. И в пучине разлуки уже предчувствует разлуку. И Радхарани начинает искать Кришну, звать Кришну в это время. Находясь прямо перед ним. А Кришна начинает звать Радхарани. Имена повторяют друг друга. И в этой медитации они обезумели. И Радха стала думать, что она Кришна. А Кришна стал думать, что она Радха. И они запутались. И не знали, весь мир как бы был напуган. Теперь Кришна не знает, кто он. Радха не знает, кто она. Если они не знают, то все другие тоже будут сбиты с толку, живые существа. Хаос начнется по всем мирам. И кто-то дал совет, может быть, Нарада Муни, чтобы Радхарани окунулась в Рата Кунта, а Кришна в Шьяма Кунта, чтобы вернуться в свое сознание снова. Такие ливы бывают. Спасибо большое. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а вот как избежать, как сказать, такой, когда ты что-то имеешь и перестаешь ценить это, то есть обусловленности, ну, например, какие-то, какое-то общение вот такое, и потом уже как возникает неблагодарность и, соответственно, пренебрежение, может быть? Недостаточно киртана. Это в отношении материализуется. Ну, сейчас у нас жизнь как бы организована, упорядочена. Есть определенное расписание храмовое, например. А в начальные годы не было этого. У нас все было, как мы хотели. Мы просто могли начать киртан, когда хотели. И где хотели. Это был вопрос спонтанный, не расписание.
И мы так поддерживали отношения таким образом. Мы видим, что сейчас много преданных заняты служением в храме, допустим, но киртана недостаточно у них. Значит, они не будут достаточно счастливы, они будут несколько страдать от отношений, потому что там есть материальная природа. Она их будет беспокоить. Только в харинама санкиртане это ходит. Поэтому должно быть достаточно киртана в нашей практике. Раз в неделю это минимум большой киртан должен быть. Большой для всех, чтобы все собирались, большой киртан был. Но это минимум. Некоторые духовные учителя хотели, пожелания давали так ученикам, что каждый день 2 часа киртана. Минимум 1 час киртана еще. 2 часа джапы, еще 1 час киртана хотя бы. Это очень хорошо будет. Будьте счастливы. Потому что если мало киртана, тогда материальная природа будет нас беспокоить друг друга. Мы еще не контролируем чувства. Это касается также и в домашнем стандарте. Если дома мало киртана, тоже будет труднее. Если вот нет возможности киртан успевать, ну, то есть общение, допустим, но не физическое. Нет, просто желание, невозможности. Спасибо. Вопрос устремления. Если даже у вас нет возможности, но есть стремление считать, что вы на киртане. Установить некую скорость движения в жизни, ну, по духовному пути. И если пытаешься установить ее, а тело как бы, ну, не догоняет за тем, что хочет внутри, чего хочется. И то, насколько оно сильно уже не догоняет, уже начинает беспокоить ощущение. То есть кажется, что оно вообще просто тело, ну, как... Ну, просто как рулит такая. Вот, что делать с этим? Кто? Веселая история, да? Веселая. Крутите педали, крутишь, 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 устаешь, потом медленнее, медленнее, медленнее. Так? Медленнее, медленнее. Потом падаешь. Вот тут как раз скорая помощь приедет. Вот, и... Служба ездит. И... Еще едешь пока? Да. Ну, еще едешь. Спасибо. И второй вопрос такой, что как-то раз очень, ну, Матаджи такая взрослая поделилась, что ей пришла реализация такая. Она увидела очень, ну, амфитеатр такой, и там было много-много людей, и кто-то свыше ей сказал, что вот или святое имя внимательно, или ты со всеми ими, ну, как бы отработаешь свою карму. Вот есть ли у вас такая реализация, что вы вот, ну вот как бы... Через это имя убрали, может быть, у вас нет такой, ну, большой кармы, но вот ей показали все трудности, которые нужно было пережить, вот людей или это имя. Вот. Можете. Я что-то понял, думаешь, это вопрос? Ну, была ли у вас такая реализация, что вы через это имя преодолели всю эту вот, ну, навал кармы, которая могла быть? А как ты думаешь, у меня была такая реализация? Просто, может быть, поделитесь. Нет вопроса здесь. Не, ну, чувствую вот вопроса. Яркая реализация о том, что вы убрали. Я понял, но не чувствую, что это вопрос. Духовный учитель постоянно делится реализацией. Не чувствую вопроса. Похоже, пора заканчивать. Все рады. Спасибо всем за эту встречу. Интересные вопросы. Мы, по вопросам видно, что есть развитие духовное, есть углубление, есть уже как бы опыт серьезный у каждого. Многие становятся намного серьезнее. Это видно также по лицам, по вопросам. То есть такая, как бы, ну, радостная ситуация, что есть прогресс.
преданных. Это самое важное для меня, во всяком случае, это самое важное, что видеть, что преданный прогрессирует. У меня тоже будет тогда стимул прогрессировать дальше. Что это отношение. Гуру-ученик — это сильный механизм, движущий, самый мощный механизм. От гуру что-то зависит, от ученика тоже что-то зависит. Так же, как ученик черпает вдохновение, так же гуру должен тоже черпать вдохновение. Поэтому я тоже говорю спасибо за вдохновение. То, что совершаете усилия, не стоите на месте, что развиваете свою искренность, все. Хари Кришна, Шилпа Прабхупада, Киджай.